В преддверии боя с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри своей мотивацией поделился действующий обладатель титула WBC в супертяжелом весе американский нокаутер Деонтей Уайлдер. По словам панчера, деньги ему необходимы для содержания семьи. Особенно это касается дочери боксера, которая родилась с расщеплением позвоночника и нуждается в постоянном уходе и медицинской помощи. «Иногда жизнь вынуждает заниматься тем, чем заниматься не хочется, мне часто приходится жертвовать собой ради благополучия моей семьи, ради моих детей, но я не из тех мужиков, которые сидят на жопе и ничего не делают, дети хотят кушать, а оплачивать счеты надо вовремя, жизнь. Она такая штука, сперва заставляет многим пожертвовать, пахать на пределе возможностей, все ради того, чтобы в один день ты смог сказать, а вот теперь я могу передохнуть и пожить своей жизнью, пожить в кайф. Долгие годы я работал на других, пахал как вол, а деньги капали не мне в карман, а им, вспоминает Уайлдер, не потому что мне так хотелось, а потому что так надо было, не было выбора. Как все началось с любви, просто я очень люблю свою малышку. Она родилась с расщеплением позвоночника. Я пошел в бокс только лишь для того, чтобы иметь возможность помочь ей», заявил Уайлдер. We'll be right back.